и мало поможет родителям дошкольников. Им доставят на дом продуктовые наборы. В них 18 наименований продуктов – тушенка, крупы, рыбные консервы, молоко, соки, сладости и другие. Привозить коробки будут семьям из льготных категорий, где дети посещают муниципальные детские сады. Цитата. Вслед за продуктовыми наборами для школьников мы вводим такую же меру поддержки для детей, посещающих детские сады. Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи – многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, и другие льготники. Всего будет доставлено более 14 тысяч наборов, то есть их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Уточним, воспользоваться мерой поддержки смогут семьи 14 льготных категорий. Помимо многодетных и малоимущих, это семьи, где дети или родители имеют нарушение здоровья, воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и дети военнослужащих. Списки формировались в каждом муниципалитете. Всего по городу у нас будет получать 602 родителя продуктовые наборы. В перечень продуктов у нас состоит из 18 наименований. С учетом всех необходимых требований мы приобрели эти продукты, обратили внимание, чтобы продукты не были просрочены, чтобы продукты можно было использовать для детей дошкольного возраста. И вот на сегодняшний день у нас все подготовлено, и сегодня осуществляем доставку продуктов. Мы всего будем предоставлять два раза эти продуктовые наборы. Вот один набор сегодня, второй набор мы должны доставить родителям до 30 числа. Каждый муниципалитет формирует набор самостоятельно, поэтому могут быть незначительные различия. Однако базовый состав везде одинаковый. Набор рассчитан на месяц.